пошли вверх. Известные места. Тут спецучастки у нас. Вот я, кстати, сейчас почти по траектории спецучастка. Но тут его раскатали уже. А раньше было намного сложнее. Куда он поехал? Что совсем? Куда он поехал? Как? Как он это сделал? Ёбаный бабай. Тут я застрял уже. А он поехал. Сейчас еще и наверх заедет. Выскочить по трассе ТР-3. Там сложновато, конечно, будет. Там очень, очень круто. Там вообще стена была, и ТР-3 не заезжала, только на Лебеде сначала. А мы туда не заедем. Давайте попробуем. Там, где Саня не заехал. Ждем кадры с улицы. Мотор решает. Он не едет, Грант. Сейчас поедем, попробуем по тому же месту. Ну тут шишига перевернулась на этом песке. Есть там видео на канале. Не, ну коксу 2,7 там едет хорошо. Просто правильно направление. Нормально. Раньше тут ТР-3 котлеты не заезжали на лебедке. Это раскатали уже. Была там такая вот такая стена. И не все могли заехать. Что, тут тоже красиво сейчас будет. Ты отсюда снимай. Он еще и по телефону говорит. Все, и костер переехал. Ты сними отсюда, с выхода. Попробуем сейчас покачать тебя, все, тогда трубы берем. Да. Этот великий блогер успевает еще по телефону. И по телефону еще, да. Не, ну машина же не требует переключения, она сама все. Поедем. Как обычно.
Едем, тут лесочек слепой тут. Ну да, тут так, такие диагоналки были, что тут и на полном приводе не все могли с первого раза проехать, даже в ТР-3. Он узкий, да, под деревом прям. Андрюха, ты, влево. Ты сильно ему близко сказал к дереву. Прям под дерево. Вклепал в дерево, да? Да. И куда он дальше поедет? Посмотри, что делает. Это вообще. Блин, ну тут крутая гора. Это кольцо было до Харда. Здесь вот очень. Ну, камера не передает, но она вот так, наверное, по крутизне. Я шлем не взял. Шлем не взял. Страшно поэтому, да? Думай, что ты в шлеме. Толкнул. Да нет, ну тут уклон. Уклон бешеный. Спускайся, да, не спеши. Там дерево стоп. Еще 2 метра до дерева. Вот туда надо, да. А ну пробовать остается. Пробовать остается. Сюда. Вот сюда доехать. И потом спустя вниз и в этот волк. Давайте Ничего, там просто по лесу дорожка. Ну, такая не, не сложно. Спускайся вниз. Спускайся вниз. Спускайся. Отходите, он стартовать будет сейчас. Да. Березовая роща. Куда? Хотя бы блокировка была, понимаю. Хотя бы блокировка была. Еще раз попробуем. Колеса вправо, 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 вправо. Да, спускайся вниз. Ровно тебе, ровно руль, ровно руль. Пусти, ровно руль. Сюда, влево, влево руль еще. Что, электродрель сейчас подключит на задние колеса, мне кажется, болгарку. На МТшке, на АТшке стоковый современный внедорожник. А что он делает? А, лебеду готовит? Готовит лебеду, подключает. Сейчас лебедица будет. Так, ну там слепой лебедица, мне ж машину надо забрать. Поехали.
хрен тут их объедешь. Чтобы обогнать. А, вот тут было ТР-3 тоже где-то. Блин, ну тут еще никто не ездил. Могу застрять. Может и нет. А может и проеду. Полное бездорожье. Главное не кувыркнуться. Вон тут деревья. Вот есть, кажется, дорога. Так, слепой лебедица. Да. Сзади на фаркопе висну, да? Сейчас на диагонали. Опа. Так опасно. О, есть. Проехал. Проехал, но было неплохо. Слепой лебедица. Бля, что творит. Мама, не горюй, конечно. За счет автомата и мотора. Саня, я тебя догнал. Слушай, давай подходи его. О, блин, Андрюха. Классная тема, мне вот это нравится. Поди. Зеркало сложилось. Слепой на хвосте. Где-то висит там сзади. А вон он. А, он уже выехал. Такой триальчик. По бездорожью по полному. Страшно. Не страшно было? Это неприятно, что двигатель был. А, ну да. Чуть вперед протащи еще, Сань. Убрать преграды, дальше нельзя. Вообще ни о чем. Ни о чем, да. Возьми левее чуть-чуть, влево. Место освободи. Так, вот. Что же автомат? У него автомат. Не, у него механика. Механика? Да. Так, фуранер. Едешь себе и все. Сань, почини бампер, мы так не... Починил? Да, я на тех, кто... А тот кусок поставил, что с утра подобрали? Сейчас, подожди, у меня есть идея. Давай. Я думал, отсюда уже туда. О, заполировал все царапины. Вот смотри. Как она легко назад пошла. Рассказывай. Правильно. Делать, когда у вас нет скотча.
А вот для чего наклейки те. Так. Блин, поднять его, что ли? Ага. Андрюха, помогай. Это твой профиль. Это не Андрюха. Не, не, Андрюха, где ты? Да, не мощно. Может, давай приподниму бампер вверх. Да не он. Ремонт на дороге, да? Да. Так, да, все, и номер не потерял, главное. И функционал остался. Дополнительный подкрылок. Да усилил конкретно. Крутой, крутой. Тут ничего не скажешь. Полирни, полирни, протри там все. Да, 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 да. Зеркало. Зеркало протри. Все, будешь меня видеть теперь. Да, стартер что-то как-то работает не идеально. Так, слепой уходит вперед. В виде бревна сделал препятствие. Так, Андрюха штурманит. Ну тут на самом деле тоже я вам скажу, такие диагоналки, перекосы, подъемы, канавы, не так все просто. Андрюха, отойди. Для монопривода вообще непросто. Только не для этого. Да, вообще, лютый сзади едет, но этот тоже лютый. Ну вот, мне тут надо тоже и на газ нажать. Ну вот хорошая, да, траектория. Так, ну снимаем звезду. Слепому, конечно, Запорожец. Там свои плюсы и минусы. Но он больше подходит для такого оффроуда. Ну тут, кстати, был спецучасток ТР-3. Подожди, я проеду, Саня. Вот в этих березах. И не все тут его преодолевать могли, потому что, видите, канава на канаве плюс диагоналки, ну ленты были натянуты очень правильно, тут на грани переворота ехали все. Мы-то едем просто, чтобы проехать, а там было намного сложнее. Есть там видео на канале с этих мест. РФС тут, кстати, и РФС тут было, кстати, он слепой там жжет. Блин, как он это делает, непонятно вообще. Проехал, блин. Вообще удивительно просто. Ну, это еще раз говорит, что едет не машина, а едет человек. Смотрите, диагональ, хоп, и все, и выскочил. И все. Сань, подожди, всех подождем. Что ты хочешь? Ну, я ж тут не проехал, так я там проехал. Не, ну нормально ты проехал. А, он все равно хочет попасть на дорогу. Чуть на дохода больше. Блин, не знаю. Может, чуть-чуть правее, Сань? Давай, коксу. Стоп, 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 хорош, пи... Блин. Подтолкну давай. Ох и жжет. Не-не-не-не. Ну и что? А задом вниз тоже вариант. Колесо в воздухе. Когда подвески небольшие, на самом деле. Запорожец больше подходит. Однозначно. Ну, там
и ось загружена задняя, и клиренс. Подсечку, стоп. Подожди. Давай я подтолкну, может, стой. Давай, вперед. Сразу надо было. Пробуй вправо, да, вот так. Вправо коксу. Вправо. Все. Хорошо. Нормально тут подготовил спецучасток. Ну как дорога? Нормально. Ничего нигде не хрустело. Хорошо. Вот эту ветку можешь сломать. Вот эту. Вот. Вот тут же, где QQ ехал. Вот эти места. Вот современный внедорожник. Не самый простой. Вон, видите, какие углы. Но тут же шестого Pajero 2 или нет? Да нет, какая Pajero 2? А что тут? Все новое, а все совсем другое? Ну, думаю, да. Ну, хватило, там запаска защищает для Grand Cherokee. Это не очень сложно. Ну, я не видел вообще, что там возле дерева. Калитка, тут бампер. Ты взвешивал, сколько она весит? Нет. Моя весит вот так, смотри, как сейчас. 2 тонны 300. Про твою мне даже страшно думать. Ну где-то так. Не, ну может 2600. Минимум 2500. Ну считай, у тебя бампер плюс багажник плюс калитка. Но у меня газовый баллон тяжелый. 90 литров. Никуда не двигается. Ты его хочешь сделать? Блин, идеально защиту поменять. Не защиту надо. У тебя вот такая защита есть? Нет, еще подножки же у тебя весят. Но она просто помятая защита, и каждый раз, когда я сажусь на брюхо, мне в СТО ее рихтовать. Постучит об коробку. Ёханы бабай, береги машину! Ты знаешь, сколько она стоит? Береги машину. Что-то запах сцепления появился. А. Ты знаешь, что тебе руль не с той стороны поставили? Понижайка у него, да? Ну, наверное, да. Розетка. Андрюха, намотай там розетку сзади, то она как-то висит не. Стой, пусть остановится. Стой! Есть запчасти уже? Идем, я покажу. Все. Все лишнее, что отпало, все тут. Оно поиграло. Какого года машина? 9-го? Сёмы. Нормально. На обкатке еще. Блин, кто первый за сосисками? Смотрите, ускорение какое. Мне кажется, слепой обгонит всех. Тут шансов ни у кого нет.
Ну так, катнули нормально. Подписывайтесь, делитесь. Лайки не забывайте. Лайков всегда очень мало. Неплохо прокатились. Такой лайт с элементами триала, иногда харда. Слепой что-то забыл, наверное, дрель где-то в лесу. Блин, в лобовую идет. Тут тоже кольцо было, кстати. Боком иду. Что, всегда встречи.